На ваших радиоволнах станция «Наймит-ФМ» и передача «По вашим заявкам». Вы просили нашу редакцию передать привет самим себе и поставить какую-нибудь любимую песню. Воспользуюсь предложением и поставлю новую для себя песню «Надо быть добрым». Вот так, друзья. Зубы сжал и вперед. Потому что кто еще, кроме нас? Нельзя входить в Новый год со старыми проблемами и обидами. Сделай окружающим тебя людям лучший подарок. Прости их. К праздничному столу твоя девушка сделала салат оливье. И ты думаешь, да ты серьезно? Докторская колбаса вместо мяса — это вообще законно? Смотришь на нее и понимаешь, ну, зато она у тебя самая красивая. А сам в это время под столом пишешь смс-ку маме, чтобы она к вашему приезду сделала нормальный салат. А помните, как в детстве нас всех учили мамы: надо быть добрым, дай мальчику игрушку. Ты ему дашь, он тебе, все будете играть. Кто-то вырос и забыл, а кто-то помнит, и так всегда и делает. Ты ему, он тебе. Вы скажете: коррупция. Я скажу: доброта. Мама плохому не научит. И нельзя плохо думать о человеке, который раньше был твоим одноклассником и троечником, и все время списывал, в том числе и у тебя. А потом стал министром. И сейчас работает в Роскосмосе. Я смотрю новость, а там наша ракета взлететь не может. И понимаю, что это я сам виноват. Если бы я знал физику получше, то и ему было бы полегче. Не стоит гневаться на водителей других автомобилей. Вот стоишь ты на перекрестке, и тут он откуда-то вылетает на своей приоре. Первая мысль: ну куда ты лезешь? Ты видишь, я поворачиваю, понаприезжали тут. И вдруг подумаешь: да чего я? Надо быть добрее. Возьмешь и уступишь ему дорогу. Езжай, добрый человек. Убери пистолет, видишь? Все, пропускаю. Нельзя человека ненавидеть только за то, что он обещал в наступившем году повысить зарплаты. Обещал? Но ведь это его работа. Нельзя ненавидеть человека только за то, что он делает свою работу. Да и деньги ему сейчас нужнее. Ему кто-то на машине гвоздем нацарапал жмот. Нацарапал и простил. Потому что надо прощать. Нельзя хотеть убить человека только за то, что он твой сосед, ночью что-то празднует с караоке, а утром сверлит стену. Убивать людей нельзя, даже если очень хочется. Надо быть добрым, милым и добрым, надо быть. Сжал зубы и вперед, потому что надо. Надо быть добрым, милым и добрым. Ну, а кто, если не ты, друг? Мне и самому есть за что извиниться. Прошу прощения у женщины, которой я не уступил место в метро. Я был неправ. Хотя там же были свободные места, но нет, ведь проще меня согнать, чем немного пройтись по вагону. И кто из нас двоих эгоист? В общем, я прошу прощения у этой женщины еще и за эту песню. На всякий случай. В этом году я понял, что если хочешь делать добро, то нужно начинать с себя. Надо делать комплименты обычным людям на улице. Девушка, вы очень красивая. И парень у вас красивый, сильный. У него наверняка очень поставленный удар. До свидания, девушка. Поднимать с земли мусор, если кто-то не попал в урну. Даже если это ты не попал в урну. Особенно, если это ты не попал в урну. Говорить спасибо гардеробщику. Серьезно. Я очень бережно вешаю вашу одежду, даже без петелек, но никто ни разу меня не поблагодарил. Улыбайся, старайся, делай что-то, не ленись, работай над собой, будь лучше, честнее, неси свет. Это не поможет. В глобальном смысле это не сделает мир лучше, но кому-то на секунду станет хорошо. И даже если очевидно, что человек нехороший человек, все равно надо быть добрым, милым и добрым, надо быть. Погодите бить человека, дайте ему шанс, поймите. Надо быть.
жду, все обязательно будет хорошо.